Всем привет, ребят, доброе утро, в общем, приехал я чем пораньше записать вам видос, сейчас посмотрим, что там по акциям, буду дальше разгребаться, в общем, интернет провели, думаю, сегодня даже стримец запущу где-то попозже. В общем, поехали, начнем с русского сервера, мне здесь реально офигенно вчера подфартило, увидите видосик. Ну, конечно, я ожидал все-таки большего, ну, как обычно, это русский сервер, хоть так, и так хорошо. В общем, поехали, посмотрим, что у нас сегодня есть. Подарок среды, замковладелец, хватайка. Не осталось попыток, какого фига она есть, два дня, типа, одна попытка. Обновляют попытки. Жалко, кстати, было бы довольно-таки неплохо. Такие-то временные акции. Блин, ну мы только зашли, а они обновили. Что-то я рановато. Рановато залетел. Ой, хорошо, кофеек с утра. Такс. Временная акция, оно не обновило, просто войди в игру, 1 плюс 1, весна, значки почета, за заказы более 188 рублей, раздача значков почета, не, ну а что, нормально, пойдет, это на русском сервере, бонус, так, парящие забрали, так, собери сам. Вот такое себе. Сундуки. Ну, не знаю. Как по мне такое. Ну, такое. Так. Есть какие-то плюхи халявные. И нифига халявного нет. Еще одна параша. Поехали дальше. Надо будет на английском сервере героя попрокачивать. Он что-то расслабился. Очень много мест пустых. Такс. Что у нас на английском? Давайте начнем отсюда. Accumulation есть. Accumulation с осколками. Наконец-таки. Наконец-таки. Такое как на Арисе. Но осколки старенькие. Но смотрите, Огник Зефир за 1400 100%, я считаю, очень даже ничего. Очень и очень. Амик Рокки. 7800. Тут Берсерка дает. Ну, в принципе, довольно-таки интересно. 7 карт по расходникам. Это, считайте, 40 тысяч на халяву за 7800. Ну, довольно-таки интересные паки. По накоплению. Так, 50 осколков дают за 100 баксов, плюс сразу же возможность собрать, плюс скин на нового донатного героя. Думаю, сегодня запишу вам видосик. Поехали дальше. Creation Machine. Она до сих пор есть. Странно. Да, до сих пор есть. Ну, вторая по... Нифига себе. Ну, вот посмотрите. На халяву 60 сундуков. 60 сундуков 5 левела. Это реально круто. Очень круто. Че я могу сказать? Красавчики. 166. В общем, не знаю, мне нравится эта акция. Сякины есть, но это не те сякины. Реже Честа, Лаки Флиппин, Смэш энд Твин. Короче, это все старенькая хрусталка. Такая себе, пират. Кстати, пирата давненько уже не обновляли. Значит, с пиратом здесь очень проблемно. Так, карточка. Островок, собери себе пак. Мне прям прет сегодня, смотрю, на пятые сундуки. Но вот это крейд, ну, этот машина, это реально офигенная. Машина, создание машин. Так, ну, такое. Вот прям особо что-то такое интересное было, я тоже не вижу.
Сколько побольше, но и подороже в два раза. Тут у нас Лиз и Мэри. Ну, даже если взять так, ребят. Подождите, а что-то мне показалось. Мне показалось, что 50 дали. Почему не дали? Я типа провтыкал. Так, не понял. Это вчера я забрал. А что это было? Это типа мне задонить надо, что ли? Походу, судя по всему, да. Наверное, я просто провтыкал, где-то нажал. Хрен его знает. Или награды еще не пришли. Или хрен. Потом посмотрю на повторе, что-то я сильно разрадовался, короче. Думаю, 60 сундуков, нифига себе. Поехали на нашу любимую немочку. Вот на немочке мне нравится играть. На немочке я фармлю, стараюсь. Вчера фармил, сегодня надо будет сейчас подфармить и квесты, и остальные акции. Реально обалденная тема. Так, что у нас нового? Пират на сегодня четверг, кстати. Бум, один как у луков. А, пиратик с берсерком. Вот здесь такое. Ну, перс, конечно, классная тема. Ну, мне, в принципе, подземки пройдены. Так, островок. Бум. Плюс 200. Кстати, у меня на остров есть эти. У меня есть пальца. Поехали, потратим. Еще 200. Ну и коробочек. Но со скинами у меня здесь проблем однозначно нету. И не будет, как и у многих игроков. Потому что здесь обалденнейший обмен. Так, это я делать сейчас не буду. Поехали еще сюда посмотрим. Что тут добавили? В этих днях уже потерялся. Так, есть базар маркет. Вот, посмотрите, вот ради чего стоит на немке играть. Чик и забрал. Тут реально скины в основном падают, я показывал уже. Кому надо за 1100, а кому надо можно за 5. Ну, кому там вообще прям... Жмет, прет, 11. Ну, 11 за 11 такое. Но вот этот вот набор за 5, возможно, я его даже и заберу. Несмотря на то, что я лисицу уже собрал. Во-первых, здесь камешки, плюс книжечки, плюс молотки. А молотки мне сейчас очень нужны. Для того, чтобы докачать те же самые хранилища. И было больше золотишка. Так, это я пропустил. Ой, чуть не это. Так, 210. Мы это порешаем. Короче, немка, ребята, тащит. Забрать. Я провтыкал был один день, видите. Ну, смотрите, забрал еще карту, сменку дополнительно. Что еще надо? Еще можно коробочка. Ну, реально, здесь календарик просто бомбический. Так, это мы плюшки забрали часть, а часть плюх у нас завис. Я тут и в хватайке был, получил. Короче, это потом пооткрываем с вами. Такс. Окей, поехали на Тайвань. Я давненько туда не забегал. Заодно сейчас чекнем, что там на битве гильдий. И в новой локации фарманем ее. Так, сразу же мне донатную тему кидает в поле. Понятно все. Ну, как обычно. Чего они изначально не сделали такие паки? Чтобы люди не парились. Так, что у нас тут есть? Короче, куча всякой срани питомцев. Мне кажется, в следующей обнове ведут питомцев. Должны уже питомцев мне ввести следующий левел. Потому что уже прям поджимает. Так, поехали. Я, по-моему, регистрировался в Нарсии. Заберем. Тут у нас плюхи есть. Заскочим. Посмотрим, что тут. Что тут и как тут. Надо будет потом разобраться.
Так, что тут и как тут? Никак. Пока тут никак. Замки. Я даже не разбирался, там это будет на русском сервере сесть, потом разобраться. Это задание, насколько я понял, поменяли. Это квастики, за выполнение которых получаешь, ну, я считаю, обалденные плюхи. Довольно-таки неплохие. Но опять же, это надо, чтобы вся гильдия делала это. Так, ладно, с этой локацией разобрались. Битву гильдии. Может, битву гильдии попозже пройду, в принципе. Буду стримить. Зафигачим битву гильдии. В общем, такие вот дела, ребят. Ставьте лайки, ждите стримов. Всем удачи. Всем пока.